Открывать новые страницы Великой Отечественной войны в привычной молодому зрителю форме. Главная цель кинофестиваля «День Победы» – найти отклик у школьников и студентов. Если вот мы, поколение постарше, как-то более и в школах изучали историю Великой Победы и как бы читали больше об этом, то сегодняшние молодые школьники, так сказать, на мой взгляд, ну просто катастрофически мало знают о Великой Отечественной войне. Часовые картины молодежь досматривает до конца с трудом, признаются киноведы. Поэтому программу фестиваля пересмотрели. Хронометраж полного метра стал короче, а в номинациях появились видеоклипы. Многие работы, которые я посмотрел, они как раз соответствуют этому. Нет огромных кирпичей по час 20, по час 50. Другая особенность кинофестиваля в этом году – фильмы о событиях в Донбассе. Но и они не все документальные. Где-то на грани репортажа, но это все очень честно, очень живо и очень востребовано сегодня. Люди смотрят и разбираются, и вместе размышляют, и пытаются понять, что происходит, почему происходит, чем все это должно закончиться. В школах и домах культуры конкурсные показы проходят уже четвертый день. Закрытие фестиваля и награждение лауреатов состоится 19 апреля в Горках Десятых. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».